Я благодарен ребятам, то, что их заслуга, это их работа на сборах и в играх. Так что довольны все, и тренерский штаб, и ребята. Я так особо не люблю выделять команду соперников, но мне так нравится, понравился 23 номер. 11 января мы встречаемся, ну, уже сборы начинаются, это первый день, как прилеты. Вот. И они будут проходить 2 недели. Вот. Предварительно это Мальта. Там запланированы 3 игры. Потом возвращаемся в Москву. И второй сбор, скорее всего, в Португалии. Также 2 недели. Придется немножко форсировать подготовку, так как в феврале уже первая игра. Хотел поблагодарить отдельно болельщиков за первую часть чемпионата, которые нас поддерживали, приехали сюда. Так хорошо поддерживают нас сюда, везде с нами, и в чемпионате России, и в Еврокубках. Так что большое спасибо болельщикам нашим.